Двор на Революционной 145 большой, детям есть где побегать, а вот пенсионеры недовольны, им совсем негде присесть, одна лавочка на несколько подъездов. Зато над головой в изобилии сухие ветки, которые давно пора спиливать. Впрочем, жителей волнует судьба не только своего двора. Мне бы хотелось обратить внимание на нашу аллею по Революционной, от Гагарина до Аэродромной. Очень много деревьев погибло. В этом году не поливают совершенно молодые березки. Погибло больше 10 штук. Очень большое количество пустырей, где нужно досадить деревья. Этот и другие текущие вопросы жителям микрорайона имени Санфировой поможет решить общественный совет. Работу советы по всему городу ведут с мая текущего года и служат своеобразными мостиками между властью и жителями Самары. За последние два дня я прошла всю свою территорию. Теперь округа, закрепленная за кандидатами, и микрорайон достаточно маленький, поэтому вполне возможно пройти территорию за два дня. Очень много старых деревьев, очень много опиловки необходимо, конечно, сделать. Внутриквартальные дороги не ремонтировались уже очень долгое время. Сегодня в железнодорожном районе работы еще много. Особое внимание обратят на ремонт дорог и благоустройство дворов. Вопросы, которые в первую очередь волнуют жителей, будут решать в текущем режиме. Определить людей, ответственных за благосостояние конкретных территорий, горожанам предстоит 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Павел Баймаков, Валерия Макарова, Павел Пресняков. События.